Господа. Действия России, они были вынужденными действиями и с тем, чтобы предупредить готовящийся боевой захват этих республик. Это трудности со страхованием транспортировки этих картин. Скажите, пожалуйста. Это принятие на законодательном уровне запретов на деятельность неонацистских организаций на территории Украины. C'est donc l'interdiction au niveau législatif de toute organisation néo-nazie sur le territoire ukrainien. И отмена фактически российских законов, которые были приняты на протяжении последних лет на Украине, включая запрет использования русского языка, закон о коренных народах Украины, в состав которых не попали русские, и целый ряд других законов. Justement en train de devenir une guerre au vu de ce que vous décrivez, par exemple, à Donetsk. Et j'avais une deuxième question. И с тем, чтобы перевернуть страницу и уже двигаться в новом измерении, это признание Украиной Крыма как неотъемлемой части России и независимости этих двух республик.